Вітаю, в ефірі «Бізнес-діалог». Сьогодні говоримо про бізнес на Донбасі. Які перспективи, труднощі та, власне, динаміка цього всього зараз відбувається? З нами у студії пан Максим Ткаченко, це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вітаю вас. Добрий вечір. Власне, скажіть, будь ласка, чи часто ви відвідуєте Донбас? Ну, навірно, із... В межах, звичайно, ваших депутатських повноважень. І не тільки в межах повноважень. Потому что сам родом с Луганщины, поэтому, конечно, чаще бываю в Луганской области, но и достаточно часто бываю в Донецкой области. И если так сопоставить по времени, то, наверное, 5-7 дней в месяц стабильно я бываю на Донбассе. С момента начала роботи в парламенті, я маю в виду, вже в качестві народного депутата. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, тобто тут радше питання за якимись відчуттями, звичайно, є сухі факти, цифри, це добре. Але я хочу запитати щодо ваших особистих відчуттів. Ось вже 7-й рік відбувається війна на Донбасі. І скажіть, будь ласка, як себе зараз почуває бізнес в цих регіонах? Яка динаміка головна? Ну, динаміка не саме весела. От бізнес на Донбасі... И опять-таки, я буду, наверное, все-таки больше говорить на каких-то примерах Луганской области, да, потому что это есть конкретные примеры, у меня есть конкретные кейсы. Вот, но я думаю, что плюс-минус в Донецкой области ситуация не особо отличается от Луганской. Вот, поэтому динамика не особо радужная. Вот, и, конечно же, за последние полтора года, скажем так, нашей власти, да, мы как монобільшість, как я кажу, вот, я как представитель властной партии, так и есть, да, да, вот, ну, я имею в виду, так любят говорить, что монобільшість, да, такая формулировка. Я достаточно много в своей работе уделяю внимание бизнесу, потому что... Про вашу работу я обов'язково запитаю. Мене цікавить ваше особисте відчуття, тому що ви туди їздите, ви там спілкуєтесь з людьми, з бізнесменами. Ви бачите всі їх проблеми, мені цікавить, якось вони трансформуються. От я ж і хотів сказати о том, що половина моїх встреч, які я там провожу, проходить з бізнесом, з предпринимателями. Соответственно, теми їх... которые волнуют, и все проблемные моменты я знаю достаточно хорошо. Про что вы наговорили? Вот если, например, говорить про Луганскую область, да, вот, до всех событий, до 2014 года, это была достаточно такая промышленная область, собственно, и Донецкая тоже. Вот. На сегодняшний день, после 2014 года, Луганская область превратилась в такой сельскохозяйственный, можно сказать, такой округ, сельскохозяйственную область, вот, потому что промышленная вся часть области практически вся осталась на неподконтрольной временно нам территории Украины. И, соответственно, сейчас главный акцент вот в бизнесе, ну, это сельское хозяйство. Но при этом за 7 лет проблемы и сложности, которые есть у этого сельского хозяйства, то есть они только увеличиваются. То есть никаких решений этих вопросов практически нет. Ну, про какие проблемы? Проблемы, то есть логистическая, самая большая проблема – это логистика. На сегодняшний день отсутствие железнодорожной ветки, которая может соединить там, две части Луганской области, она отсутствует. То есть сегодня железнодорожная ветвь есть, там, если знаете немного как бы, Луганскую область, то это ветвь до Лисичанска, до Попасной. То есть, вот, например, там, Останично-Луганский район – это один из самых сельскохозяйственных районов. Беловодский, Марковский, то есть это другая часть области, и там нет железнодорожной ветки, соединяющей эти районы с, скажем так, со всей Украиной. Місцеві аграрії вважають, що завдяки залізниці дешевше возити, ніж однозначно. Це не тільки, це не тільки. Просто якщо дивитись динаміку переходу, то якраз дуже багато бізнесу, ну, тобто частка, вона залишає зараз залізну дорогу і обирає інші варіанти перевезення своїх вантажів. Ну, через тарифи, я впевнений, що ви знаєте про цю величезну різницю між там, якщо везе аграрій і везе там залізна руда, наприклад. Ну, да, конечно, но я вам скажу так, про сельское хозяйство, я думаю, это на сельское хозяйство это точно не распространяется. Логистичная проблема. Логистичная проблема, это одна из самых серьезных проблем. Якобы она решается, мы сейчас в активной стадии
решение этого вопроса и с Министерством реинтеграции, и с областной властью, которые в течение вот уже года мне, как народному депутату, как заступнику главы фракции, говорят о том, что этот вопрос вот-вот сдвинется, и совсем скоро вашим землякам станет легче. Да? Но пока, к сожалению, каждый мой приезд и общение с предпринимателями, ну, эта тема поднимается. Это же раньше питание до Укрзалізниці. Это же вона має прокласти. Да, Укрзалізниця, но этот вопрос курирует Министерство реинтеграции, потому что, собственно, все, что происходит на территории этих двух областей, Луганской и Донецкой области, на Донбассе, это все как бы подведомственно и как бы под курированием Министерства реинтеграции, собственно, которое было создано для того, чтобы создано. Отдельно оно в начале, в 2019 году оно было соединено с Министерством ветеранов, вот, и в начале 2020 года рассоединили специально для того, чтобы Министерство реинтеграции тимчасово оккупованных территорий конкретно занимались и уделяли максимум внимания непосредственно этим областям, развитию бизнеса в этих областях, социальной помощи людям, которые там, реинтеграции людей с той территории, открытию КПВВ и так далее, и так далее. Но пока вот этот вопрос, к сожалению, не решается. И это один из вопросов, который я постоянно задаю, в том числе и Министерству реинтеграции. Что вам відповідають на нього? Відповідають, що все в процесі. Ну, когда в процесі, да? То есть я очень хочу, чтобы, ну, все-таки за нашу каденцию, за каденцию мою, как минимум, народного депутата за 5 лет, ну, хоть какие-то вопросы решились. И там действительно не тыкали в спину и не говорили, что вот за 5 лет предыдущей власти ничего не решалось, и за ваши 5 лет тоже ничего не решается. Я точно этого не хочу и хочу, чтобы что-то решалось. Вы внесли цей пункт у KPI своей работы? Однозначно. Это один из важных моих целей, скажем так, решения. Вот именно... Одна из ваших главных целей – это железная дорога. Железнодорожная ветвь, да. Зрозуміло. Да. Ну, мне, правда, трошки дивно было чути від вас, що це питання курує міністерство в той час, як Укрзалізниця це курується наглядовою радою. Наглядовою радою, Міністерством інфраструктури. Ну, абсолютно правильно. Но они исполнители, факт, они исполнители технические. Хтось курує компанію, яка має наглядову раду, ну це дивно для мене звучить, тому що є реформа корпоративного управління. Ілля, не курируют Укрзалізницю Міністерство реінтеграції. А они курируют решение этого вопроса. Они курируют решение этой проблемы. Добрым. Точно так же, как и народные депутаты от Луганщины, мы тоже курируем этот вопрос и тоже драйвим его для того, чтобы он решался. И областная власть на Луганщине, она должна заниматься этим вопросом. То есть это общая проблема, это общий вопрос. Ну и, конечно же, очень важно, если можно, я еще все-таки скажу об одной проблеме. Эта проблема, она и для так, сельского... Давайте повернемся до проблем. Вы сказали, что так пошли трошки. Если что-то хорошее, да давайте о хорошем. Да, ну, давайте проблема. Спочатку да. Про проблеми, а потім обов'язково про хороше. Давайте. Ви сказали щодо проблем логістичних у аграріїв, але ну, агропідприємство – це здебільшого в області, не в місті ж. Є міста достатньо великі – Старобельськ, Сєвєродонецьк. Ну, я б не назвав би Старобельськ великим містом. Ну, по відношенню до інших міст. Ну, там, да. Рубіжне. Рубіжне, Лисичанск, тобто в цих містах теж є певний бізнес, як він себе почуває? Смотрите, а вот как раз я же об этом и хотел сказать. Давай. О второй проблеме, которая есть и которая как раз распространяется на те оставшиеся промышленные предприятия, которые остались и находятся как раз в большей степени вот в этих городах, о которых вы сейчас говорите. И очень и мне приятно, что вы знаете действительно географию Луганской области и знаете эти города. Чтобы вы понимали, вот у нас как раз тема бизнес, предпринимательство, самый дорогой тариф электроэнергии в Украине, в Луганской области. Ну, то есть, ну, это просто, ну, как говорят, вы знаете... Вы доследживали это питание? Чему так? Конечно, мы не то, что доследживали. Мы работаем, опять-таки, над ним, хотя это не есть наша задача, да, народных депутатов. Мы все-таки... То есть, я заметил, знаете, что заметил за эти полтора года? Что, к сожалению, за полтора года я имею в виду моей работы, о том, что, к сожалению, приходится... Ну, действительно, очень делать много работы за исполнительную власть. Вот это, конечно же, проблема. То есть постоянно приходится пинать чиновников, постоянно приходится пинать представников исполнительной власти в Киеве, представников исполнительной власти в регионах, в данном случае добрый, в Луганской области. Почему найдорожча электроэнергия на Луганщине? Потому что есть такой монополист в Луганской области, как компания «Лео», Луганское энергетическое объединение, которое вместе с... руководством Луганской области. Это трейдер, чи це в них власна енергія? Это трейдер, да. И они самая дорогая, получается, самый дорогой тариф за перераспределение электроэнергии. И в итоге выходит самый дорогой общая сумма. А вы спілкувалися з цією компанією? Ну, щодо спілкувалися з цією компанією. Що вони вам кажуть?
кажуть о том, что очень большое количество предприятий, которые раньше они обслуживали, осталось на территории, не подконтрольной сейчас Украине. Да, это одна из самых главных причин, по которой у них дорогой тариф, и, соответственно, дорогой тариф получают предприниматели Луганской области. Мы общались с НКРЕКП, мы общались с руководителем, с моим коллегой в парламенте, господином Герусом, который глава комитета. Кстати, на последней встрече, вот, которую мы провели с моим коллегой, с Русланом Горбенко, также с депутатом от Луганщины и с паном Герусом на эту тему, он уже так, знаете, так, ну, действительно, мне кажется, вжился в эту проблему. Я почувствовал, что мы ее вот-вот сейчас начнем решать, и он наконец-то, спустя полтора года после всех тех наших к нему обращений, он действительно сейчас наконец-то до конца понял, что это важнейший вопрос для бизнеса Луганщины. И сейчас включается, и я надеюсь, что мы вот выйдем после праздников и начнем уже активнее двигать этот вопрос, а точнее искать его решение. Тобто знижение цены на электроэнергию, это также ваш KPI за 5 лет вашей каденции. Илья, вы просто, да, ставите мои четко, точно уже знаете мои все KPI, да. Вот это в плане поддержки бизнеса, помощи, развития, решения их вопросов, это, наверное, ну, две таких достаточно глобальных проблемы на Луганщине. Я сейчас говорю за Луганскую область. Ну, в Донецкой области чуть округ пониже тариф. Но я уверен, что там также бизнес жалуется на цену на электроэнергию. Может ли она быть дешевле на порядок и отличаться от других областей? Ну, наверное, не особо может, да, где-то приблизительно. Но точно не самое дорогое она должна быть. Але це вже до KPI інших народних депутатів, да, чи хто там ще буде їх собі, да, ставити. Дивіться, в мене питання щодо бізнес-стосунків тих бізнесів, які знаходяться на Луганщині, на Донеччині. Можете більше про Луганщину, тому що це ваш врешті профіль. Щодо бізнес-зв'язків з територією ОРДЛО. Яка там динаміка? Чи відбувається активніше, менш активніше якесь бізнес-сполучення, торгівля? Ну, смотрите, ви знаєте о том, що офіційно у нас торгівля, ну, підконтрольна і не підконтрольна временно території запрещена. Но я достаточно часто, можно сказать, каждый день общаюсь с мирными жителями не подконтрольной на сегодняшний день территории. Вот, и мне присылают и фотографии, и видеоотчеты, и много всякой разной информации, что действительно там происходит. Да? То есть не фейки, да? То есть не понаслышке, а действительно какие-то вещи, которые там происходят ежедневно. И вот в том числе, отвечая на ваш вопрос, скажу, что, ну, достаточно много наших товаров на полках в супермаркетах города Луганска. Це контрабанда. Ну, получается, что да. Угу. Ви якось... Самая важная информация о том, працюєте что... Працюєте з цим? Ну, смотрите, ну, я уж тут точно, это не, ну, наша... Це більше політичне питання, это, так? Да, это больше... Тобто, здебільшого йде експорт на територію ОРДЛО. Да, ну, смотрите, а давайте... А з того так боку щось приходить, ну, до, нет, нас? Ну, з того боку точно, я думаю, нічого не приходить. І, наверное, отак от, якщо, да, от поговорити, як говорять, да... Вугілля. Ну, не знаю, расследование там проводилось же, доказали что-то, не доказали, что это уголь действительно оттуда, я так и не знаю этого финального решения. Я хочу вот просто у вас, мне интересно, да, вот мне как жителю Луганской области, да, как переселенцу с Луганска, вот, ну, с одной стороны, это, конечно же, плохо, потому что получается, что есть контрабанда, да, о которой вы сейчас сказали, но с другой стороны, ну, я не знаю, но мне кажется, что это есть какая-то вот все равно минимальная часть вот той самой реинтеграции наших людей. Ну, це дискусійне питання, але мені здається, треба залишатись у правовому полі в першу чергу. Однозначно. Однозначно, но хотя, когда мы говорим о продуктах питания и о медикаментах, ну, мне кажется, что, может быть, какие-то могут быть исключения, вот я не знаю, но людям очень нравятся наши продукты, и я не хотел бы, чтобы... Ну, якщо вони єдині на ринку, то, безумовно, вони будуть подобатись через свою ексклюзивність, але це політичне питання, давайте до чогось іншого перейдемо, наприклад, щодо якихось преференцій бізнесу звідти. Ну, тобто, не звідти, з ОРДЛО, а я кажу про Луганщину. Я розумію, на підконтрольну територію. А як ви ставитесь до якихось різних спеціальних для Донбасу, там, субсидій, дотацій, реверсних. Ну, різні є моделі. Мене цікавить саме ось бізнесова така історія, тому що є там фонд державного розвитку, є соцеконом субвенція, ви теж її, певно, що отримали. Отримали. Так, але це більше для чогось іншого, для інфраструктури, там, для людей. Да. Мене цікавить більше бізнесова історія. Смотрите, к сожалению, опять-таки, очень мало этих преференций.
И даже те программы, которые как бы официально приняты, есть там какие-то решения по этим программам, но очень слабо это все реализовывается и практически они не работают. А про какие самые программы вы говорите? Ну, например, там тот же самый кредит там 5-7-9, ну, на Луганщине очень маленький відсоток, очень маленький процент людей, которые смогли его получить по разным причинам. Потому что это питання до банков, которые выдают эти кредиты? Это вопрос к банкам, да. Вот сейчас вот буквально там час назад я общался с предпринимателем, который не может уже в течение там, 3 месяцев получить. Он говорит сейчас со Ощадбанком, конкретный банк. Ощадбанк не может получить, вот у него там... Какие проблемы, какие причины? Причины о том, что практически не кредитуют бизнес на Луганщине, предприятия на Луганщине. Вот, то есть западные, скажем так, фонды, да, иностранные фонды, там какие-то гранты дают. То есть там помощь громадских организаций. Да, помощь, в принципе, ну, есть достаточно хорошая. Но это не бизнесовая история, это больше социальная. Да, согласен. Но тем не менее, то есть они помогают, да, как бы, и получается, мы говорим о том, что бизнес надо поддерживать, но в то же время там проблема с кредитами, о которой также, ну, она может не такая знаковая и шумная, как, например, история там про ту же ветвь железнодорожную, да, про ту ветку, про там дорогую электроэнергию. Но кредитов нет, практически нет. Зрозуміло, ви якось намагаєтесь вирішувати цю проблему? Смотрите, ну, конечно, намагаємося, но... Ну, це насправді не депутатський профіль, врешті. Это не депутатський профіль, и разорваться невозможно, но как минимум встречаемся с каждым. И, то есть я не говорю человеку, который обращается ко мне, да, ты вначале расскажи, о чем речь, и я тебе скажу, мой это профиль или нет. Поэтому, конечно же, ну, наверное, там каждый пятый предприниматель... Добре, давайте я вам задам питання щодо вашого профілю. Так, програма 5-7-9, доступне кредитування, ну, це все українська, врешті, програма, тобто ці кредити взяти можна в будь-якій області, в будь-якому місті, врешті, по-різному, як ви кажете, що на Луганщині їх дають менше, моя добре. Особисто ви підтримуєте якісь економічні, можливо, податкові чи прямі субвенції для підтримки бізнес-середовища в цих районах? Тому що, ось, наприклад, я зараз згадав, що Маріуполь, за статистикою, якщо не помиляюсь, за 2018 рік, був у п'ятірці міст, де люди себе почувають найбільш безпечніше. Це нонсенс, насправді, тому що поряд війна. Але якщо є така статистика, тобто це говорить про те, що в принципі люди, які там живуть, вони не бояться там мовно майбутнього, не бояться завтра. Це означає, що можуть кудись інвестувати, щось відкривати, щось покращувати. Тобто особисто ви підтримуєте якісь такі економічні, податкові, можливо, інструменти? Конечно, и один из самых главных инструментов, наверное, все-таки, которого ждут, в том числе и в Мариуполе, несмотря на то, что там по сравнению с другими городами дела обстоят... Мариуполь, звичайно, это иншая история. Да, да, но вот вы знаете о том, что последний, ну, крайний год активно муссируется вопрос свободной экономической зоны, и, наверное, конечно же, это самая главная поддержка, которая могла бы быть для предпринимателей, которая могла бы быть для бизнеса. Вот, короче, я как-то про эту тему взагалі после заяв ничего не чутно. Ну почему? Просторі. Нет, активно этот вопрос муссируется после заяв чьих? Ну, коли, власне, була анонсована ця історія... Ви маєте в виду, от, коли на місцевих виборах був опрос? Так, ні. Власне, коли було заявлено про те, що там планують... Ну, почему? Я, ну, этот вопрос, ну, вот я, например, слышу вот на всех уровнях, скажем так, власти. Ну, вы чуете на рівні влади, а да. Я чую на рівні заголовків новин. Понятно, что типа забыли, ну, это все было типа пиар и так далее. Це якось не дуже гучно. Ну, питання, чому, власне, як там зараз відбувається процес створення цього? Смотрите, сказать, верю ли я в то, что это там в ближайший год-два свершится, и будет ли этот вопрос решен, ну, наверное, я верю, да, вот, я не уверен, что это будет в этом году или это будет в следующем году, но я, опять-таки, как вы сказали, KPI, вот, также активно прикладываю усилия для того, чтобы этот вопрос свершился и свободная экономическая зона на Донбассе появилась. Хотя, опять-таки, очень много разных мнений бытует, да, то есть люди говорят, там, это исключительно, там, под крупные предприятия, там,
одного из олигархов, да, известных в нашей стране, да, у которого там есть предприятие на Донбассе. Но опять-таки, вот если говорить за Луганскую область, то, скажем так, предприятие, которое относится к орбите этого там олигарха, да, там это, собственно, там одно предприятие, там Щастинская ТЭЦ, электростанция, да, и все, собственно. Поэтому там каких-то глобальных интересов этого олигарха на Луганщине я не вижу. Это будет действительно помощь для бизнеса, для предпринимателей и для других. Вот, поэтому, ну, даже если в этом будет плюс для олигарха того или иного, да. Ну, врешті він платить податки, які в тому числі доходять до місцевих бюджетів. Конечно. І це йде на інфраструктуру. Конечно. Ну, це, в принципі, добре. В мене питання щодо якраз цієї свободної економічної зони. Які зараз там кроки відбуваються? Консультації, розмови щодо... На якому, на якій стадії це все? Смотрите, я не вхожу в групу по розробці, скажімо так, цього законопроекту. Вот, і я не знаю, от іменно на сьогоднішній день там точно в какой стадии. Я знаю точно, что этот процесс идет, о том, что это не пиар, и о том, что этот вопрос не забыт. И еще раз, минуту назад сказал о том, что уверен, что это все будет. Вот. Я знаю точно, что постоянно идут консультации по этому поводу, и в том числе и нам давали задачи, чтобы мы общались с предпринимателем, хотя я сомневаюсь, что мы могли услышать другие какие-то пожелания от предпринимателей, что кто-то не хочет этого. Поэтому, конечно же, когда мы задавали вопросы предпринимателям, хотите ли вы, видите ли вы это как решение, да, вот, ваших проблем, ну даже, скажем так, даже многие предприниматели, в том числе вот сельское хозяйство, да, фермеры, они говорили, ну если, конечно, решится вопрос, там, даже вплоть до того, что так, ну, в шуточной форме, что если решится вопрос со свободной экономической зоной, то мы даже и за ветку вас там дергать не будем, и когда она появится, тогда и появится. Ну, то есть... Все разумеют, что такая свободная экономическая зона, как она может работать? Ну, вы знаете, я думаю, нет. И мы до конца, наверное, не разумеем. Так, тому це питання. У мене закінчується ефірний час, в мене ще й останні питання. Ось, воно таке позитивне. Ну, власне, напряму вас запитаю, що, власне, позитивного відбувається зараз з бізнес-середовищем, кліматом на Донбасі, на Луганщині? Особисто ви, який вплив позитивний помічаєте? Зміни позитивні? Позитивні зміни. Ну, смотрите, мені дуже... Врешті ви півтора роки вже працюєте. Так. Да. Ну... Все-таки есть какое-то количество предпринимателей, пусть даже я немножко покритиковал, но тем не менее есть предприниматели, которые точно воспользовались кредитом 579. И за это сказали спасибо. Нехай их и не богато. Нехай их и не богато, но они есть. И опять-таки очень приятно, что люди благодарят, не только приходят с проблемами, да, и сказали там, Максим, спасибо большое, я говорю, ну, это как бы не от меня зависит, то есть это общее, как бы, такое, скажем так, достижение, да, о том, что появились такие достаточно льготные, доступные кредиты. Питання головне, для чого їх беруть, тому тут питання. Да, ну, бо, от... якщо я не помиляюсь, першопочаткова філософія була саме на відкриття нового бізнесу, а не на, мовно, перекредитування. Ну. Поэтому, да, поэтому вот вы сейчас, Илья, вы сейчас ответили на этот вопрос, и я опять-таки, и я то же самое говорю, ребят, смотрите, в этом же вся и фишка, что это делалось для, особенно для Луганской и Донецкой областей, чтобы появлялся бизнес новый, чтобы появлялись новые предприятия, да, и как раз я думаю, что если там в других областях можно давать и на поддержку там действующего бизнеса, то как раз вот абсолютно правильно в этих наших двух областях надо делать акцент на это и поддерживать именно тех предпринимателей, которые хотят запустить какой-то малый и средний свой бизнес. Максиме, мы будем заканчивать. Я вам вдячна за то, что завітали до нас в студии, поделились своими думками и, головне, своим KPI. Будем за ним обов'язково досліджувати. А я буду стараться, в принципі, позитивний. Не підвести своїх земляків, і щоб перед вами не було теж стидно. Обов'язково. Власне, в нас у студії був пан Максим Ткаченко. Це перший заступник голови комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.